Может быть. Да, кстати. Мы бежали вот отсюда. Бежали вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. И туда. И туда. И туда. В лес. В лес. И не вылез. Берг. Гора там. О, а это что? Новое занятие. Нас там ткать обучат или еще что-нибудь типа того. Или рыбной ловли. Есть речушка какая-то, прудик, болотца. О, может, здесь камыши можно будет собирать. Я у торговца видел белый гриб, видел. Вот было бы здорово купить корзинку и пойти за грибами в лес. Куда-нибудь в лес. И не вылез. Вот где-то здесь ристалище. Сейчас пойдем. А вот ристалище. Ристалище. Ща. Так, это пекарь. Пекарь, непонятно, что это за персонаж. Мы его не видели. Там кухарка есть. Она нас кормила. Кормила, и мы нажрались так, что спать легли. Вот он, человечек в красном капюшончике. А, это красная шапочка. В штанах. О. Как только начался обед, начало. Возвращение домой. Можно. Да. Вот что значит. Система не удовлетворяет минимальным требованиям. Вот начался ваш этот квест. Что нужно сбежать из замка, чтобы похоронить родителей. Каждое утро в этом замке лошадям красят гриву и хвост в светлые тона, а каждый вечер их перекрашивают в синий цвет. Ночью хорошо выглядели грива и хвост. Вот это вот то ли олена, то ли опена. Вот это берете ее, X нажимаете, садитесь, едете вот так вот с ней, едете на ней. На ней прям едете и едете. Едете и едете. Вот приехали вот так. Вот он. Оп! И прыгаете туда.
Вот здесь совсем невысоко. А, видите? Видите? Да, даже разбиться не сможете. Ну ладно. Вот. А если вам не втерпёшь болтать, так прям тянет болтать, прям тянет и всё. Прямо удержу никакого нет. Прямо, если не поболтаете, помрёте. Тогда нужно бегать, всех уговаривать, чтобы его отпустили. Отпустили. Так, листалище есть. А, мы здесь что ожидали увидеть? Мы здесь ожидали увидеть. А здесь ничего нет. Мы ожидали здесь увидеть манекены. Мы бы их волтузили. 3 часа. И повышали бы ловкость там всякую эту. Из лука бы стреляли по ним эту силу. И всякую храбрость. Прокачались бы. Так смело бы. Побежали. Домой. Всех бы избили там мародеров. Ну, хотя полной уверенности в том, что это мародеры нас убили, это нет, нет такой уверенности. Есть, что есть там? Инвентарь. Кстати, а есть. Иное. Переключайся. Да, это мы о чём? А, не обязательно это были мародёры. Может быть, это были захватчики, которые угробили его маму, папу, дедушку, бабушку, прабабушку. Ой, какой ужас. Так, а, это всё-таки иное. Так, это у нас так мало всего, мало. Мало у нас. Значит, мы уже продали это самое, как его, крапиву. А, да, мы пошли, поспали и сохранились одновременно. Поспав. Вот почему мы купили ещё в первой локации кинжал в своем родном городке, если это можно назвать поселком городского типа скорее. Да. Кинжал купили, а экипировать не можем. Наверное, функции такой пока нет. Зарезать кинжалом. Можно только слегка придушить. Здоровье, выносливость, энергия, бой, защита, бой без оружия. Бой головой, бой мечом, бой топором, стрельба из лука. Здесь вообще нет это самое. Бой без оружия, защита, ведение боя. Сведения. Навык боя без оружия позволяет вам лучше драться на кулаках, увеличивая наносимый вами урон. Замечательно. Защита. Показать больше. А это вот то, что можно выбирать всякие навыки. Бой без оружия. А, нет, это не то. Приз. Правильное вмещение.
Машина, фу, машина, шу, прошивай, шоу, лучи, вывай, лучи, ой. Ой, си. Мы эту экранную лупу пытаемся вызвать. Экранная лупа. Эй. Клавиша окна и плюс. И будет вам счастье в виде экранной лупы. Но она у нас что-то не хочет. Сейчас мы ее. Мы зависли немножко. Мы немножко зависли, пока экранную лупу вызывали. Засвечен экран стал. Кстати, вот здесь в настройках есть гамма. Ее если увеличивать и закрыть игру. Господи, а зачем? Yeah, no.